Так, дом Локвуда встречает нас на закате дня. Так, это моя вторая сессия. Посмотрим. Пока что я здесь не проигрывал, значит, как говорится, все бывает в первый раз, да? Ну давай. Шинкователь. Против Ютаринекса. А это отлично. А у него очищения нет сейчас, Аман. Ответил тем же нам. Ничего себе, блин. Чё ж так больно? Блин, сейчас нам прилетит паралич. Ну, если вдруг не получится. Получилось. Давай, Туарамалох. Ты, по крайней мере, по уровню подходишь. Два косаря. Как же больно он бьет. Еще и выжил. Да, дело плохо. Противник-то у нас помощнее. Блин, кто бы сейчас не подменился, сейчас он отгребет по полной. А он, смотри, он в невидимость-то не... Блин, а зачем я этот удар использовал? Ну, тут как бы я за два удара его могу пробить. То есть 50%, в принципе, он должен был погибать. Блин, у него-то Ютаринекс пошустрее моего будет. Ну, хотя бы кританул. Ну давай, давай, братишка. Зачем я это сделал, кто знает? Не, я не знаю. Так, ну что? У него Ютаринекс недобитый остался. А, подождите, а кто еще? Да, вот так, думаю. Хватит нам. Сквозь броню, блин, 1500. Но мы сейчас добьем таки его. Но противник нам попался. Огонь. Мощь. Но счет хороший. 3-1. Так, кого выбрать? Ну давайте Трики возьмем. Диларахейрус. Так, ты что будешь делать? Парализовать и снижать, да, нам урон. Ну на тебе такое. Так, 50%, да? Сработал паралич. Ну, броня держит. Так, что он там будет следующий ход делать? Ну, нам главное сидеть в защите и отгавкиваться потихоньку. А, кританул. Вот.
Это как ты называешься? Тордалозавр? Тордалозавр. Блин, эта тварь вообще жесткая. Это что мне сейчас прилетит? Полтора урона сразу прилетит, а то есть он меня пробьет, если я не защищусь. Ну и все. А, может, выживу? Ай, 1350, блин. А. Вот гад. Ну, приходит, потому что сейчас паралич будет прилетать. Уничтожь его, пятерочка. Ха-ха. Переиграли его, гад такой. Кто там у тебя еще есть? Манастигатопс. Так. Ну давай так. Паралич сейчас прилетит, как обычно. Больно было. А, ну и нейтрализация добил нас. Да. Давай, битва травоядных. Ну, мое снижение было покруче, чем твое. Двойной урон не пробьет. Но это было подло. Реально, он мог победить вот так только что. Полтора урона, блин, не хватало мне, чтобы еще он меня пробил. По барабану. Так. Идем дальше. Эрли Доминус. Ютаринекс, отлично. Хотя надо было в инвизу ходить. Ого! Это было больно. Да. Нужно было уходить в инвиз. Чё-то я... Заглупил, малёха. Так, вот бронелобый архиоптерикс, я бы его так назвал, так у этого парня иммунитет. Давай вот так сначала, а потом будем нейтрализовать его, если он себя усилит. Ну хотя, ладно. И тот удар хорош. Стегадей, вот против него Тенентарекс бы подошел. Давай, чтобы двойной урон нам не прилетел, потому что у него будет двойной урон, я знаю.
Ах, как красиво. 510, блин, чуточку не хватало. Мог бы и выжить. Ну, и тут все как бы без вариантов. 3-ки. А, тарадолозавр, блин. Хитер, хитер. Больно было. Так, ты чем нам ответишь? 1,5 урона. Нифига. А следующий удар у него скорее будет обыкновенный. Но он тоже будет сквозь щит, потому как бы нет смысла защищаться. Нет, не обыкновенный, а двойной. Но это хана. Ну, 3-ки вообще шикарный динозавр.